Сегодня, в день 70-летия президента Абхазии Владислава Арцинба, ключи от первой машины первого президента страны были переданы в музей боевой славы его имени. Вот она, скромная «Волга» одного из величайших лидеров в истории народа. Это действительно достойный экспонат, и он займет достойнейшее место в музее. Пока это только символическая передача, а сам автомобиль марки ГАЗ-2410 находится в руках автослесарей. Сотрудникам компании «Амубайл» удалось найти его в семье крестьянина из села Акум всего за неделю до юбилея. На этом автомобиле Владислав Арцинба ездил с 1990 года и потом еще спустя 3 года после войны. Машина будет полностью отреставрирована, а затем ее установят в специальном помещении музея боевой славы в Сухуми. Это символично, что в самом центре столицы, напротив парка славы, где покоятся наши герои, будет выставлен автомобиль, на котором ездил человек, возглавлявший наш народ в самый важный и ответственный период современной истории Абхазии. За время поисков первой машины президента представители компании «Амубайл» нашли еще один автомобиль, который также находился в президентском автопарке. После реставрации и этот исторический экспонат будет передан в музей.